Дорогие друзья, 13 июня 1989 года, ровно 31 год назад, было принято постановление томских и областных городских депутатов об увековечении памяти жертв политических репрессий. И решением вот этого совместного постановления был учрежден сквер памяти, где мы с вами сейчас находимся. Он был назван как раз именно сквером памяти, где должен быть установлен памятник жертвам политических репрессий. И этим же постановлением и был впервые было сказано о необходимости создания постоянной экспозиции истории политических репрессий в здании по Ленина 44, где и сейчас и существует созданный мемориальный музей как отдел областного краеведческого музея. И 13 июня мы считаем первой датой создания нашего музея и сквера памяти. 1 декабря 1989 года был издан приказ Департамента по культуре о создании нашего мемориального музея. В 90-м году эти помещения были переданы областному краеведческому музею. В 90-м году эти подвалы были освобождены и начался создание экспозиции музея. Первая выставка в нашем мемориальном музее была открыта только в 96-м году, в конце мая 96-го года. И все это время шла работа по созданию экспозиции, постоянной экспозиции. И за это время, с последующим временем, музей существует, работает как составная часть областного краеведческого музея. И как раз все-таки для нас первая дата этого музея – это 13 июня, когда впервые было официально сказано о необходимости создания вот такого уникального, первого в России музея, мемориального музея истории политических репрессий. И в этот день, сказать, мы хотим вам рассказать немножко об истории этого, как он создавался, как он работал и продолжает работать, и познакомить вас в условиях пандемии, самоизоляции, напомнить немножко о нашем музее и его очередном дне рождения. 31 год как создание нашего уникального музея истории политических репрессий. Мы бьем разведочный шурф в предполагаемом месте захоронения, рядом с погребом, это нам известно от хозяина. Этот поселок расположен во овраге. Овраг сейчас постепенно уничтожается самостроем. Как поселок когда-то появился в послевоенные годы, людям негде было жить. И они городили здесь свои хибары-засыпухи. Так теперь гаражи наступают на этот овраг, где, возможно, есть человеческие захоронения. Виктор Захарович, мы куда подошли? Нам приходится ходить в такие места, в которых, конечно, лучше бы не появляться. Вот место, которое подтверждает сибирский адрес Ахматовского стихотворения. Вот из этой кучи и кусок мыла из вот этого полушубка, и подметка со штампом НКВД от сапожка. Это женский сапожок, что ли? Нет, это мужской сапожок. Мужской. А тут мужской. Тут небольшой сапожок. Ну давайте немного постоим, помолчим, почтим память. Ну что ж, возложим цветы. Возложим цветы.
Что Родина просила, Родина дает. Муж настоящий. Причем нашли фотографии, Александр Александрович, еще из времени ГПУ. Вот там как раз в конце коридора мы это все дело изобразим. Оказывается, были такие ситуации, когда он ГПУшник, он стоял, он как надзиратель, даже тоже за решеткой. Вот так, огороженный угол, и он там стоит как охранник. Вот так боялись. Вот, чтобы его тут не попортили. Так? Нашли такую фотографию. Это замечательно. В общем, здесь еще есть одно место, вот тоже оно после войны там было, МГБ было. И там в подвале сохранились вот эти камеры. Надо еще оттуда посмотреть. Давайте притаскивайте их, притаскивайте. Камера хорошо у вас сохранилась, хорошо. Ну, подождите маленечко, мы сейчас немножко времени поговорим, посмотрим. Вася сразу бумагу, дай, Пока у нас нет даже книг посетителей, почетных, у нас первые посетители, покажи мне несколько слов пожеланий. Сейчас, на минуточку, закрою. Дивин Генрихович, сейчас. Дивин Генрихович, вас спрашивают. Томские знакомые и товарищи встречали известную правозащитницу, одну из создательниц Московской хельсинской группы, Людмилу Михайловну Алексееву. Ее личная борьба за права советского человека в 1977 году увела эту женщину далеко от родной земли. Как и многие ее товарищи-диссиденты, она была поставлена перед выбором – тюрьма или эмиграция. Изданная ею в Нью-Йорке книга «История правозащитного движения в СССР» стала хрестоматией. Сегодня в Томске, куда она приехала по инициативе комиссии по правам человека, она впервые воочию увидела героев своей книги, наших земляков, которые не так уж много лет назад пытались жить в несвободной стране, как свободные люди. А в провинции это было гораздо труднее, чем в столицах. Вернувшись в Россию через 16 лет, Людмила Михайловна вновь возглавила правозащитное движение, ту же Московскую хельсинскую группу. Мы отклонились 70 лет назад от столбовой дороги человечества и уходили все дальше. Сейчас мы, что называется, вернулись к общей человеческим ценностям на нормальную дорогу. И, естественно, это колоссально. Она убеждена, что для правового демократического государства необходимы две вещи – закон и гражданское общество. Закон Российской Конституции у нас имеется, дальнейшее зависит от граждан, которым придется самим заставлять государство быть правовым. Ни одно государство не будет правовым до тех пор, пока граждане не заставят власти соблюдать законы и уважать права граждан. Вот это и занимается, вот это занимает, ну, это, я полагаю, как минимум на два поколения, то есть и потом тоже, но если мы уже сейчас будем этим заниматься каждый день и очень упорно. Вы вернулись для этого? Ну, я вернулась к себе на родину, нормальный человек должен там жить. Я уехала, я не хотела уезжать, я уехала, поскольку был такой выбор, или арест, или уехать. Как только стало возможно, я вернулась, естественно. И не пожалели? Ну что, нет, конечно. Ну есть. Музей НКВД был учрежден еще в 1989 году. В 2000-м открыт как постоянная экспозиция областного краеведческого музея. Сейчас экскурсии здесь возобновились после недавнего ремонта. Экскурсии проводятся не так уж и часто, хотя новые экспонаты появляются постоянно, их приносят родственники бывших заключенных. Да и сами стены бывшей следственной тюрьмы НКВД помнят многое. Среди заключенных Томского отделения НКВД – поэты, музыканты, педагоги. Из знаменитых – Николай Клюев, талантливый поэт и друг Сергея Есенина. У нас все настоящее, понимаете? Были найдены захоронения одежды, то есть у тех людей, которых как бы готовили, говорили, что на этап, родственники приносили, и вот эта одежда была здесь захоронена, даже есть места, где показаны. И в 89 году, когда принималось постановление городских и областных депутатов об увековечении памяти жертв политических репрессий, и было как раз вот обществом «Мемориал» предложено, что именно здесь, вот в этом сквере, тогда он безымянный был, назвать его сквером памяти и поставить здесь памятник. В 89 году вот привезли закладной камень с таблички, что здесь будет
памятник жертвам политических репрессий. В 92-м году этот памятник был открыт в виде этой же закладного камня и вот этой арки. Надо сказать, что вот годы большевистского террора, это 92-й год, слово большевистского террора вызывало большие споры среди наших политических и общественных деятелей, коммунистов, о том, что ну, большевик вроде слово хорошее, сказать, чекист хорошее слово, сказать, а НКВД плохое и Сталин плохой. Но надо сказать, что именно вот позиция и мемориалы, и общественности, профессоров и ученых победила, и поэтому, собственно, истории репрессий, советских репрессий мы ведем с 1917 года, то есть, а не с 1937 года. И при большом стечении народа здесь вот был освящен вот этот памятник. Советского мэра, это городского головы города Томска, до священника, который был выслан в Томской области в мае 88 года. Возможно, вы его знаете. Это Сипита Станкевич, митрополит Каунаский, глава католической церкви. Он был в ссылке, сослан сюда в мае 88 года. В ноябре он был освобожден и уехал. И поэтому здесь меня спрашивают, почему именно эти фигуры, будем сказать, и эти лица. Но это желание было показать, что это люди разных профессий, разных конфессий, национальности, разного образа занятий, но в таком хронологическом порядке. Большую часть времени мы как раз посвящаем тому, что нет экскурсий, сидим за сайтом, размещаем информацию, дневники размещаем, их у нас уже более 300 вот таких воспоминаний. Вашей бабушке, я надеюсь, хорошо. И интервью, аудио, видео интервью, проект «Последний свидетель». По итогам прошедшего года, по мнению журналистов медиахолдинга РБК, наш музей признан одним из самых, ну вошел в топ-шестерку самых оригинальных, самых необычных музеев России. Что для нас было приятно, но я уже говорил, что, конечно, желательно, чтобы таких музеев в России было больше, посвященных трагическим историям нашей страны. И наш музей ожидает при поддержке фонда памяти, Российского фонда памяти, нашего главного партнера музея истории ГУЛАГа в Москве, большие изменения. Мы надеемся о том, что после завершения вот этой самоизоляции начнутся уже реальные работы по реэкспозиции нашего музея, расширение его площади, обновление его многих разделов нашего музея. И надеемся о том, что уже следующий день рождения музея будет отмечаться уже совершенно в других условиях и совершенно с новой, обновленной экспозицией нашего постоянной экспозиции.